ничего не понимают. Не понимали и никогда не поймут. В Америке, в ЦРУ разрабатывали многолетний план развала СССР. А мы взяли на 12 лет этот план перевыполнили. И они теперь не понимают, почему после развала СССР весь мир стал жить хуже. А потому что не надо было нас разваливать. Не надо было нарушать энергетического баланса мира. Мне что-то экстрасенсы объясняли, я не понял, но вот повторяю. Они там жили хорошо, потому что мы здесь жили плохо. Нам надоело такое энергетическое вампирство. Мы подняли железный занавес и брызнули на весь мир тем, в чем сами варились. И они теперь там сейчас захлебывают. В Германии начали опаздывать поезда. Аляска хочет отделиться от США, возомнила себя Эстонией. Самыми непонятными оказались американцы. Ну, когда дело касается других стран, тут все понятно. Дали американцы какой-нибудь стране сравнительно небольшую сумму и выжили ее до состояния сухофруктов. И все страны боятся американцев, как, скажем, ларьки боятся рэкетиров. А с Россией непонятно. России дали денег, и что? Не то что с процентами. Хорошо бы хоть 1% этих денег обратно себе вернуть. Снова за компьютер. Что делать, как быть? Компьютеры циничный ответ выдают. Нужно сделать Россию нищей и голодной. Все, сделали, опять не пойму. Почему у нищей и голодной России столица Москва самый дорогой город в мире? У бедных американских миллионеров уже не хватает денег ходить по нашим ресторанам. Они пошли по бульонным пельменным беляшам. А в валютных ресторанах только наши нищие и голодные все съедают. Так аукнется, так откликнется. Снова за компьютер. Что делаешь, как быть? Компьютер ответ выдает. Нужно девальвировать рубль. Все, девальвировано, нет рубля. Опять не пойму. Почему после девальвации рубля в России американских долларов стало больше, чем в Америке? У нас такого количества наличных долларов нет. Потому и нет, что они все у нас. Если мы в России все наличными долларами скинемся, мы Америку в аренду возьмем. У нас Клинтон за такие деньги юристом на границе работать будет. Так кто чей придаток? Они думают, что мы их, да? Ну пусть думают, нам что, с вами кисло от этого что-то? Пусть думают. Они же не понимают, что мы от прочих народов мира кое-чем отличаемся. Большинство народов мира притворяется умными. Они же сказок наших не читали. Они не знают, кто у нас любимый сказочный герой. Правда, дураки дураками, а это они к нам едут. Учиться у нас, у дураков, как свою родину научиться обкрадывать, как мы свою с любовью к ней. Потому что только наш мужик может догадаться купить в Бразилии жеванный сникерс, чтобы потом продать его чукчам, как замазку в чуме. Самым непонятным оказались эти бывшие антисоветские американские радиостанции, которые всю жизнь нас учили, учили, они нас, советы нам давали. Недавно они нам говорят, вам многопартийная система нужна. Нужна? Получите. Теперь они не понимают, сколько уж у нас партий, как они называются. Они не понимают, как мы в них что-то понимаем. Они не понимают, что мы не пытаемся в них что-то понимать. Зачем это нам нужно? Нам нравится следить за ними, как за лошадьми на скачках. Мы знаем, у нас только две партии, только две. Те, кто хапнул, и те, кто еще не успел хапнуть. Последний делится тоже на две категории. Те, кто успеет, и те, кто не успеет никогда. Да. Эти все не понимают. Даже институт организовали 2 года назад по предвыборной борьбе Жириновского. Они не понимают, как он победил. Как? Народ пошутил. Было воскресенье. Хорошая погода стояла. Очень хотелось подсунуть демократам свинью. Правильно Чучик писал про наши с американцами отношения. Вам умом Россию не понять. Вон,
Клинтон вроде высокий, умный, на саксофоне играет. Приезжает, учит нас. Вы должны сделать это, потом. Вот я секретные документы привез, вот, пожалуйста. Она ж только головой кивает. Ну, это мы сделаем. Блин, Клинтон, конечно. Вы такой умный. Обязательно. Вы только нам кредиты дайте. Дайте нам кредит, посмотрите, какие мы нищие головы. Такие нищие. Дайте нам кредит. Мы когда голодные, мы такие страшные. Ведь если мы проголодаемся, мы на вас попрем. Посмотрите, какие у нас ядреные головки. И непонятно становится всему миру, что же с нами делать. Бисмарка надо было вовремя читать. Бисмарк умный был, потому что в России долго жил. Он напутствие потомкам написал: никогда не идите на Россию. Никогда. Зарубите у себя здесь, на башке. Потому что на любую вашу хитрость Россия ответит своей непредсказуемой глупостью. Но Бисмарка, слава богу, они тоже не читали, потому пусть продолжают дальше. У меня даже подсказка им есть, как им дальше действовать. Это моя новая предвыборная программа. Я буду с ней баллотироваться неизвестно куда. Сейчас скажу, если зааплодируете, буду считать, что вы проголосовали за меня. Не доверяйтесь заранее. Никому не доверяйтесь. Выслушайте внимательно. Это недолго. Нужно взять на Западе крупные триллионные кредиты и нанять их же работать. И пусть они нам отработают все эти кредиты. Разрешите, ваши аплодисменты считать голосованием за меня.